Мария Козак – мать трех очаровательных малышей. Старшей Кате 6 лет, Наде 2 годика. Самой младшенькой Танюше всего 7 месяцев. Как призналась нам молодая мама, рождение первого ребенка полностью поменяло ее представление о жизни. Само ее появление на свет, когда я ее увидела впервые, для меня это было таким потрясением приятным. С тех пор я поняла, что ничто с этим не сравнится. Ничто не сможет заменить любовь ребенка. То, что дает тебе ребенок, все то положительное. Ты, конечно, ему много отдаешь, но и берешь то, что он, сколько он радости, сколько счастья доставляет. Это ничего, ни работа, ни какие-то достижения, материальное благо. Ничто этого не заменит. Эта большая материнская любовь помогает Марии справляться с жизненными трудностями. Ведь воспитывать троих малышей, да еще таких непосед, не так-то просто. Несмотря на помощь мужа, бабушки и дедушки, мама есть мама. И для детей ее никто не сможет заменить. Материнство – это, конечно, непростая, сложная задача, но это прежде всего любовь. Как говорят, с появлением новых детей ты свою любовь не дробишь, а она умножается. То есть ее становится все больше и больше. И ты уже любишь не одного человека, а многих. Ты можешь многих одарить этим счастьем, этой любовью. Большого материнского сердца маму Марии хватит на всех. На вопрос, думают ли в их семье еще об одном ребенке, наша героиня ответила по-философски. Если жизнь зародилась внутри матери, то, конечно, нужно дать ей и дальше продолжать развиваться и родиться. Еще одна Мария, о которой мы хотим рассказать, о том, что такое радость материнства, пока не задумывается. Да и рано ей еще думать о таких взрослых вещах, как говорится, всему свое время. Машеньке 5 лет. Она любит играть в дочки матери, а еще очень сильно любит свою маму, лучшую маму на свете. Дорогая нежная мамуля, много в тебе ласки и добра, но все равно в тебе я открываю звуки теплые, как струны серебра. Милая, души в тебе не чаю и скучаю сильно. День и ночь я к тебе во сне не прилетаю, маленькая любящая дочь. Вот такая она, материнская любовь, всепрощающая, бескорыстная и бесконечно сильная. Анна Монастыренко, Дмитрий Пухальский, Дмитрий Натура, программа «События».